Девятый заключительный тур группового этапа медиалиги Тудроц и SD Family. Тудроц уже вышли в плей-офф и решали только на каком они будут месте. А вот для SD это был принципиальный матч, им необходимо было победить. Ничья их не устраивала, выиграть и тогда уже бороться за плей-офф и ждать, что в плей-офф попадут. SD команда жесткая, все это прекрасно знают, и Тудроц к этому готовились. Начиналось еще все при свете дня, заканчивалось в потемках и уже при дожде. Весь второй тайм под дождем прошел, но то, что в разных условиях команды поиграли. Были отсутствующие, но были и присутствующие. Вот, например, одна из атак в этом матче. Это вторым темпом уже после стандарта она пошла, и мана открывает счет. Степ вышел вместо Гудая в центре обороны. И это, ну, главное, конечно, было изменение по сравнению с предыдущим матчем у Тудроц. Ну и здесь Степ сделал голевую передачу Мани. Мана забил очень важный мяч. И Дмитрий Кузнецов вот так на это отреагировал. До этого Дмитрий Кузнецов, ну, а эти жесты, конечно, мы понимаем. Дмитрий Кузнецов весь в своей стихии тренерской, футбольной и так далее, и так далее. Ну и зи в исполнении Маны. 1-0. Тудроц повели в счете. После этого был еще опасный штрафной. И Семенов там замыкал, который уже второй матч вместо Арчи выходит на левом фланге в обороне. Болельщики собрались. Несмотря на погодные условия, их ничего не отпугивает. Тудроц этим восхищается. Алекс Стиль здесь мог ворота поразить, но пробил с правой, а не с левой. В этот момент у Тудроц было полное преимущество. СД иногда цеплялись за мяч, но по большому счету у них никаких хороших атак не было. А что у них было? Ну, у них была Айбол Абикен, у них был Дидар, у них вот здесь было полученное нарушение и продолженная атака. И вот здесь хорошая передача, Айбол отдает Дидару, Дидар бьет, и счет становится 1-1. Ну и Дмитрий Сычев, наверное, здесь не выручил. Это мягко можно сказать. Здесь еще Степ пытался как-то убрать себя с пути мяча, но убрал так, что вратарь не заметил этого полета, то есть не среагировал должным образом. Ну и, конечно, Дидар вернул своей команде надежду. Нужно было забивать еще один мяч. Дидар, Садыкбек, капитан, лидер, президент SD Family. Ну и здесь они начинают праздновать, причем не только возле своей трибуны, но возле трибуны болельщиков Тудроц. Кутуз появился во втором тайме вместо Гаучо. Пробил Кутуз со штрафного. Здесь пытались, еще тот же Степ пытался подправить мяч. Мы еще раз видим удар Кутуза. Реагирует Аха. Здесь головой подправляют. Были замены точечные у той и другой команды до поры. Это один из важных моментов, где Айбол падает, столкнувшись с списком, и получает травму очень серьезную. Его выносят с поля. Но надо сказать, что Айбол на поле вернулся, несмотря на эту травму. А это Алекс Стиль подает. Здесь снова борьба в воздухе. Кутуз перевести лаху, попал в вратаря СД. Счет к этому моменту 1-1. Еще один заброс штрафной. Кутуз поборолся. Мяч от защитников СД сваливается Карату. И Карат забивает. Вот два нападающих, которые вышли на замену у Тудроц во втором тайме, организовали этот гол. Ну и Карат здесь подкрался. Вот два нападающих, две функции. Кутуз борется за верховой мяч. Мощный нападающий. Ну а легкий форвард забивает Карат. 2-1. Ну и радость. И после этого красный мяч берет команда SD Family. Вот он на поле. И при этом Тудроц проводит 4 атаки подряд. Семенов прошел, прострелил, отскок и вышел на замену Никита Сергеев. Делает счет 4-1 сразу. Это его первый гол, точнее двойной гол в медиалиге. Вот, наверное, таким дебютный гол и должен становиться. И здесь мы видим продолжение этой атаки. Этот момент смотрел потом судья. Было ли касание мяча рукой у слона. Слон успел и по правому флангу, и по левому поатаковать. Здесь прострел и завершение. Ну и, конечно, понимают уже футболисты СД, что им в плей-офф не попасть. Алекс Стиль, который в этом матче не забил, но празднует вместе с болельщиками. Слон со штрафного. Потрясающий удар. 5-1. И это уже жирная точка. После этого футболисты СД, честно говоря, избыточно много нарушали правила. И были в этой игре красные карточки. Одну из них, кстати, получил Вагабонд у Тудроц. Ну и несколько карточек красных выписал судья Юрий Апанасенко игрокам СД, включая Айбола, включая и Досю, центрального защитника. Ну и вот эпизод, в котором Айбол получает красную. После этого заводится, еще и бьет по лицу. После этого еще и Вагабонд вмешивается. Ну, в общем, здесь раздача была красных карточек. До этого, напомню, да, уже играли в меньшинстве. Вот за что Вагабонд свою красную получил. Ну и в концовке было еще одно удаление у СД.
и таким образом три красные карточки. И одна у Тудроц, это мы пока видим удаление Вагабонда, его начинают успокаивать все, в том числе и Арчи, с которым они играют на одной позиции. Вот эпизод, в котором Крапу въезжают ногу, и, к счастью для Дани, он, ну, надеюсь, сюжет травму не получил, но Сон 74 удаляется и признает, что это было нарушение на красную. Тудроц побеждает, Тудроц первые в группе, а СД лишаются шансов на плей-офф.